Ну тут четверо идут, ну идут к этой арке четверо. Все, меняю команду. Уже? Ладно, давайте еще одну партию. И выходим. Ок. Я думаю, что тут играют, возможно, люди, которые не знают русского. Ой, русского, чё? Английского. Слышь? Ага. Их там очень много. Я лучше беру винтовку. Кто-то спиздил наш пакет. Извините за мат. Его закопать. План копать. Это план копать, слышь. План копатели. Копатели. Самый лучший обзор на копатели онлайн от Томаса. Да кто это такой? Да так, есть один человек. Я его смотрел пару раз. А че это за чел? Он тоже всякие сериалики снимает, вот пейчики. И очень-очень много матерится. Ну, на это смотреть не будет, потому что чё, мат. Фак! Блин, как? Как? У него читы 100% на домах стоят. Одна пуля, и я сдох в тело. С СМГ, блин. Ниже одного. Иду на перехват. Ты где? Я квадрат. Знаю. Квадрат. F5. У меня квадрат H5. Я на F5, я буду тут сидеть. G4. Мы наиграем морской бой. О, давай морской бой. Потом, да. Онлайн. А морской есть? Бой онлайн. А что, есть такое? Не знаю. Можно сыграть, вот. Можно просто на листочке морской бой и записать то, что понравится. Будем скайп записывать, как играем в морской бой. Будем записывать скайп, как играем в морской бой. Надо еще позвать это, Дока и Тобикса. Можно. Будет такой массовый бой морской. Слушай, кого мы еще не убили в Террари, а? Мы? Близнецов? Убили. Убили. А, точняк, они исчезли, блин. Да, мы их почти убили. Хедшот промазал. Есть. Хедшот промазал. А, фак. Вот. Тут нечего прям... крысить. Я гроза кемперов. Хедшот. На этот раз не промазал. Сколько мне киллов? Блин, на четвертом месте. Я всего 3 килла. Всего на четвертом, да, молодец. Ты на пятом, так что. У меня ты на третьем. 12 киллов у тебя. А у меня написано 3 килла. Магия. Ну да. Пытаюсь убить чела. Окей, двоих. У него просто нет шансов. Блин, тут обязательно надо на R нажимать, чтобы перезарядиться. Так. Блин, белые. Он стоял и винтовкой доламывал это дерево. Так, ну, я на каком месте? У меня 6 килов. У меня всего 3. А у тебя 15. Уже 16. Я умер. Ну. Думаю, счет неплохой. Я вижу всю левую часть нашего острова и часть их острова. Все-таки я не. У меня такой небольшой кэмп.
что ты не разучился играть? А я уже разучился. Надо дальше играть. Надо попробовать еще раз поиграть в контру. Зачем? Только ее качать долго. Или в Гаррис мод. Зачем в контру играть? Ways of Spades играй. Ты хочешь научиться играть в Ways of Spades? Играй в контру. Тебе не кажется это немножечко странным? Если можно играть в Ways of Spades. Какой-то дебил упал, сломал, доламывает арку, упал и убился. Вместе с аркой, блин. Что-то я врагов не вижу. А почему они русские флаги ставят? Где? Где ты видел русский флаг? Я уже два русских флага нашел, потом на видео посмотришь. То есть они чем-то тонко намекают, что мы не русские. А, ну все-таки против нас русские тоже играют. Надо написать Russian chat. А тебе можно по-английски писать? Да. Я по-русски могу писать и по-английски, и по-всякому. Только я не понимаю, что я пишу по-русски. Так же, как в Майнкрафте, что ли? Но. Блин, у меня 51 хп. Я уже забыл, где тут чат. Помнишь, где тут чат? Я забыл. И меня кто-то убил? С СМГшки? Ай. Это реально читер, он сквозь блоки стреляет. Ё-моё. Крис, ты где-то лежишь? Я на острове. Я вижу. Лотос лежит на арке. О-о-о-о! Возле острова я заметил чел полз. Возле тебя. Возле твоего дома. Ты чё? Блин, идиоты бегают и рубят дерево своими... А давай это будет называть Ленфилдами. Давай? Ага. Это будет Ленфилдами. Своими Ленфилдами! Чёрт, меня сейчас чуть не убили. Тут и все нарисовано, самое прикольное это гильза. На изготовке кстати, будут гранаты. Чел меня хотел убить, но я оказался хитрее. Жалко, что тут только гранаты есть. А ты что, хотел дымовые гранаты? Ну, типа того, еще гранатомет какой-нибудь. Они жирные, гранатомет. Что какой-нибудь гранатометик, вертолетик. Всего, да? Ага. Хотя бы столько же оружия, сколько в Террарии сделали. Хотя бы столько же оружия, сколько и в Майнкрафте. Раз. В Майнкрафте там вообще оружия нет. Ну, лук и мечи. Все, лук все, мечи, все. Да. What be is a griefer? Чего? Короче, кто-то меня... тут. Да подожди, кто-то там... тут грифер. Кто? Чего это? Блин, как тут чат открывать? Я опять забыл. На Е русскую. На F русскую. Команда. Слушай, у меня почему-то получилось открыть только когда ты сказал. Нет, у меня все равно не получается открыть ни на N русскую, ни на E. Понимаешь, какая у меня проходимая способность к открыванию? Посмотри, я буду прикрывать чела, который несет пакет. Вражеского? Нет, своего. Это было бы нелогично. Я буду убивать всех, кто будет в моем поле зрения. И меня тоже. Нет, всех синих. Конечно, если ты синий, я тебя тоже убью. Меня Крис хочет убить. Я это уже давно хочу сделать. Просто так? Пофаниться. Давай пойдем тебе домой. Не просто так пофаниться. Ч
чел, ты задолбал уворачиваться от моих пуль. Вот гад, а. А ты куда пошел? Можно я тебя убью, но просто так пофаниться. Что у меня это. Я никого не найду, походу все убивают их еще на спауне. Что я никого не вижу. Я не вижу свежее мясо. Мясо. Ну, можно квадратную войнушку. Замечательную игрушку, квадратную войнушку. Веселую зверушку. Я упал в какой-то странный блок. Подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки. Всем пока. И вовремя ты сказал всем пока, и я вылетел.